Я сейчас в садике, я срочно выехала в садик, потому что у нас, оказывается, год с лишним не появлялся, никак не проявлялся, а появился папа. Ну, то, что он про охрану прошел и рассказал «Семь верст до небес», ну, сказал, что, естественно, все знают, что Александра Камерен. Сказал мой домашний адрес, сказал, что мой муж прошел, естественно, к ребенку. Ну, я приехала, Саша спрашивает меня, это папа мой? Я говорю, иди поговорила с ними, говорю, ты о ком думаешь? О себе или о ребенке сфотографироваться приехал? Я забрала, он приехал с GoPro камерой, чтобы все потом выложить, что он хороший папа. Я забрала карту, и он мне говорит, я хотела его увидеть. Я говорю, а ты не подумал о том, что меня надо предупредить, и у ребенка может быть стресс. В конце концов, она тебя забыла. И она, Сашка выбегает, говорит, а дядя Саша уехал. Вот он, представляете? Она не знает, кто это уже, не помнит. И вот такое вот просто она недоумение. Один говорит, папа, она говорит, дядя Саша, ну что это такое? Ну, сейчас пошла на английский, пойдем. А воспитательница нам рассказывает, что подошел к ней, говорит, ты меня не помнишь, Саша? Она говорит, нет, говорит, у меня есть мамика и бабика, а папы у меня нету. В общем, она его не вспомнила сразу, только потом... что он мне сказал, что папа, она говорит, это мой папа. Ну, то есть вот он, биологический папа. И чтобы вы понимали, человек приехал на футбол. То есть он никак не участвует, ничего не помогает. Не помогает. Да, Марина? Я суп съесть. Платится? Сейчас сделаем. То есть, понимаете, наглость какая. Приехал с камерой ее поснимать просто и уехал. Ну, вот, фу.